Всем доброе утро! В эфире программа «Бюро стильных идей». И сегодня с вами Дмитрий Обидин и Ольга Левашова. В нашей сегодняшней программе вы узнаете, где получить бьюти-профессию, где провести январские праздники и где можно сделать свою фигуру просто идеальной. Ну а самый внимательный зритель, досмотревший нашу программу до конца, получит приз. Итак, мы начинаем. Каждое время года несет не только радости, но и отрицательные моменты. Например, то, как влияют погодные условия на нашу с вами обувь. Слякоть, дождь, влага, грязь – все это, к сожалению, только разрушает ее. И что же, каждый месяц покупать новые сапоги? Идея, конечно, хорошая, но можно поступить несколько иначе. Предотвратить все напасти нашего климата. Как, спросите вы? Очень просто. Стоит всего лишь обратиться за помощью в один из сервисных центров нашего города. Огромная палитра красок для обуви, средства по уходу, которые можно использовать в домашних условиях. И, безусловно, огромный спектр услуг, которые выполняют высококвалифицированные мастера. В наступившем осенне-зимнем сезоне предлагаем вам перечень услуг для ухода за вашей обувью. Установка профилактики на осеннюю обувь, установка профилактики на зимнюю обувь, замена молний, а также замена обтяжек каблуков. На осеннюю обувь профилактика устанавливается на кожаную подошву, что способствует защите ее от проникновения влаги и деформации. Зимняя профилактика устанавливается для того, чтобы защитить от скольжения. Распространенная услуга в осенне-зимний период – это замена обтяжек каблуков и установка набоев, то есть приведение обуви в ее первозданный вид. Весьма популярная услуга в осенний период в сервисном центре – это дезинфекция. Она позволяет удалить неприятный запах из вашей обуви. Также в сервисном центре проводим реставрацию разрывов на верхней одежде из кожи. Вы можете быть уверены, что ваша одежда, обувь и сумки в надежных руках. Центр по ремонту и реставрации обуви и сумок «Левша Мастер». Улица Красноармейская, 74 и Георгия Димитрова, 131. Мы любим посещать салоны красоты, фитнес-клубы, спа-центры, но, как правило, это занимает очень много времени. Ну, хотя бы потому, что все эти места находятся в разных частях города, и переезды занимают очень много часов. Но теперь это все есть в одном месте. Центры красоты и здоровья создают безупречный внешний вид своих клиентов, позволяют расслабиться и становиться еще более прекрасными. Получить максимум наслаждения возможно с помощью различных массажей и спа-процедур. Во-первых, вам могут предложить огромный спектр ручного массажа. Это классический, оздоровительный, релаксирующий, корректирующий. Во-вторых, большой выбор различных спа-программ. Уходы за телом, антицеллюлитные и лимфодренажные программы. Кстати, они необходимы не только девушкам, но и мужчинам. Заботиться о себе и своем теле нужно абсолютно всем. А еще вам могут предложить программу по расщеплению локальных жировых отложений за счет изменения температуры тела на уникальном аппарате. Каждая девушка заботится о состоянии своей кожи. И тут верной спутницей может стать ее величество косметология. Маски, пилинги, инъекционная и аппаратная косметология сделают вас самой роскошной. Безусловно, придя в центр красоты, никак нельзя пройти мимо кабинета мастера ногтевого сервиса. Маникюр и спа-маникюр, педикюр, аппаратный педикюр, дизайн и наращивание ногтей, а также мужской маникюр. Руки – это визитная карточка человека, поэтому они всегда просто обязаны быть ухоженными. А ножкам нужно уделять должное внимание, поскольку они устают больше всего. После такого отличного отдыха и релакса не забудьте посетить стилиста. Мастер использует в своей работе новейшие техники в окрашивании, тонировании, выравнивании цвета, так что без каких-либо опасений можно ему смело довериться. В итальянской косметике, на которой он сейчас работает, содержатся необходимые волосам строительные компоненты и средства для поддержания жизненной силы и здоровья. И, наконец, макияж. Дорогие девушки, ваш образ никогда не будет законченным без красивого мейкапа. Центр красоты и здоровья «Любляна». Только в декабре при единовременном обслуживании у двух специалистов скидка 10% на все. 201-16-16. Ну
А следующий сюжет специально для тех, кто не представляет свою зиму без активных видов спорта, прогулок, а также просто для тех, кто не любит мерзнуть. Одежда и обувь нового поколения станут вашими верными спутниками даже в самые лютые морозы. Многие из нас любят лето исключительно за то, что это самое теплое время года. Можно долго гулять, проводить время на природе. Так вот, зимой можно ровно столько же и ни секунды меньше гулять, уезжать за город. И плюс к этому кататься на лыжах или сноуборде. И проводить огромное количество времени на свежем воздухе. Даже если за окном минус 35. Последние разработки позволяют не мерзнуть в лютые морозы. Обувь способна сохранить тепло при температуре до минус 40. Этими же свойствами обладают и брюки, и куртки. Только вот куртки стали в несколько раз легче, благодаря новой технологии TurboDown. TurboDown – это выверенная комбинация материалов, позволяющая максимально повысить терморегуляцию и максимально снизить общий вес изделия, сделав его ультратонким. Для создания технологических курток TurboDown используются такие материалы, как синтетический утеплитель OmniHeat и натуральный гусиный пух с водоотталкивающей пропиткой. Для более эффективного сохранения тепла на нижнюю подкладку куртки дополнительно наносятся серебристые точки OmniHeat. Теперь никакие холода вам не страшны. Коллекция разнообразна в цветовой гамме, фасонах, моделях. Они невероятно красивы. В такой одежде и обуви ваша зима точно будет самой яркой. Каждому комплекту одежды и обуви вы подберете аксессуары в виде шапок, шарфов, варежек или перчаток. Коллекция одежды и обуви представлена исключительно самыми известными брендами, которые каждый год занимают лидирующие позиции и не собираются сдаваться. Наступающий январь – это самая жаркая пора отпусков. Если и вы запланировали погреться в теплых странах, тогда специально для вас летняя коллекция по самым демократичным ценам. Побалуйте себя новыми шикарными комплектами одежды. Шорты, майки, купальники, аксессуары станут вашими верными спутниками на отдыхе, а вы будете самыми модными. Сеть магазинов «Колумбия» и «Футера». Скидки на летнюю коллекцию до минус 60%. Подробности в торговом доме «Захар» в «Колумбии» и «Футера». На Новый год мы все просто обязаны быть во всеоружии. А идеальный маникюр и праздничные дизайны уже можно начинать делать прямо сейчас. Идеальный образ заключается не только в правильно подобранном гардеробе, но также в правильно подобранной студии красоты, где вы можете выполнить полный спектр бьюти-услуг. Маникюр, покрытие ногтей гель-лаком, гелевое наращивание с помощью типс или форм, укрепление ногтей, а уж какие дизайны вам могут выполнить на ваших ноготках, их только остается сравнить с настоящими произведениями искусства. Тем более, что совсем скоро Новый год, и вам предложат разнообразные праздничные дизайны. Даже самые сложные рисунки легко воплощаются в жизнь благодаря высокопрофессиональным мастерам. Ваши ножки из-за больших нагрузок и постоянной усталости нуждаются в особом уходе. Педикюр – это незаменимая процедура, после которой вы будете словно летать. И, конечно, ноготки на ногах также должны быть ухоженными вне зависимости от времени года. Несколько часов релакса благодаря кедровой бочке, всем видам массажа, от расслабляющего до антицеллюлитного. СПА-процедурам, различным видам обертывания, инфракрасной сауне станут для вас самым незабываемым временем наслаждения. Все массажисты профессиональны и имеют медицинское образование. И какая же девушка не любит всевозможные маски, лифтинг-уходы, питание для кожи лица, программу по экспресс-преображениям? Это и многое другое вам предложит косметолог. Безусловно, каждая из процедур подбирается индивидуально, исходя из особенностей вашей кожи. А еще вы можете приобрести профессиональную косметику и оборудование. Кстати, многое можно использовать и в домашних условиях. Все эти процедуры невероятно важны каждому из нас, как девушкам, так и мужчинам. Не отказывайте себе в удовольствии быть красивыми. Студия красоты Beauty for You, город Новокуйбышевск, ТРК Сити Парк, первый этаж. Назови пароль бюро стильных идей, получи бесплатное покрытие лаком.
Уют нашего дома зависит от многочисленных факторов. И одними из таких являются ковер или ковровое покрытие. С этими предметами интерьера квартира приобретает новые грани. Для древнего коврового производства характерным было закладывать в орнамент знаки и символы, защищающие дом от злых духов. Таким образом, ковер является своего рода оберегом для хозяев, поэтому их можно отнести и к культовым предметам быта. Значение ковра трудно переоценить. Он способен связать детали интерьера в единое целое. Его необходимо подобрать так, чтобы он находился в строгом соответствии с дизайном мебели, шторами, картинами и общим стилем обстановки. Поэтому ковер, гармонирующий с интерьером, признак хорошего вкуса хозяина. Но для идеального интерьера вам еще понадобится ковровое покрытие и линолеум. В этом сезоне ковровый центр предлагает не только новейшие коллекции ковров, а также широкий ассортимент линолеума и ковролина ведущих европейских стран, таких как Белоруссия, Сербия, Бельгия и Нидерланды. Главный тренд этого сезона пришел с Востока и представлен в ковровом центре роскошными коврами из Ирана. Иран отличается изготовлением высокоплотных ковров. Чем ковер плотнее, тем он проще чистится. Соответственно, более износостойкий и практичный. Вы подберете ковры с низким, средним и высоким ворсом. Для ценителей классики представлена коллекция из шелка. Для любителей модерна и всего необычного порадует коллекция с разным уровнем ворса. Огромная цветовая палитра, ассортимент произведут впечатление даже на самого взыскательного клиента. Коллекция с любимыми героями из мультфильмов прекрасно подойдут для детской комнаты. Они добавят настоящие сказки в интерьер. Ковровые покрытия и линолеум представлены как для квартиры домов, так и для офисов. Немаловажный факт – максимальная ширина изделий до 5 метров. Ковровый центр «Енисей» переехал в Мегастрой на Дзержинского, 48, телефон 205-02-02. Совсем скоро нас ожидает огромное количество праздников и выходных. Не придумали, где и как их провести? На вопрос «где» ответ прост – в загородном комплексе. А в вопросе «как» даже не стоит и задумываться. Все уже продумано до мелочей. Еще совсем чуть-чуть, и наступит долгожданный Новый год, а вместе с ним и череда праздничных дней. Для идеального отдыха можно рассмотреть посещение одного из загородных комплексов нашей области. Как только оказываешься на его территории, то сразу попадаешь в лесную сказку. Потрясающий сосновый бор, чистейший воздух, великолепная природа. И это место всего лишь в нескольких километрах от Самары. Загородный комплекс уже празднично украшен и уже дарит всем гостям настоящее новогоднее настроение. Он включает в себя 7 трехэтажных корпусов и 1 пятиэтажный. Номера уютные и обустроены всем необходимым для комфортного проживания. Продумана каждая деталь. Номера стилизованы и представлены в 3 стилях. Шале для любителей народного колорита, гжель для ценителей искусства и хай-тек для молодых и стильных. А если вам необходимо немного подправить свое здоровье или просто расслабиться, то специально для вас на территории комплекса предоставляется санаторно-курортное лечение. В стоимость путевки входит трехразовое питание. В этом вопросе учтены все моменты. Вы можете воспользоваться основным предложением. Также существует детское меню для людей с сахарным диабетом и для беременных. В меню вы найдете наивкуснейшие роллы, пиццу и кондитерские изделия. А на вашем банкете вы можете насладиться кулинарными шедеврами от шеф-повара. Изыски просто поражают своей красотой. А уж о вкусовых качествах блюд даже и говорить не стоит. Вам с удовольствием предложат блюда высокой кухни. Поверьте, вам будет чем заняться огромное количество выходных январских дней. И теперь мы поговорим о развлечениях. На территории комплекса расположена потрясающая двухэтажная сауна. На втором этаже можно провести небольшой банкет или застолье. На первом находится прекрасная парилка, бассейн, душевая. Несколько часов незабываемого отдыха вам гарантированы. К тому же сауна находится в тихом, уютном месте и совсем не видна окружающим.
А беседка на свежем воздухе позволит вам приготовить шашлык. Еще из приятных видов досуга тренажерный зал, спортивный зал, теннисный стол, аэрохоккей. Или же вы можете провести время за игрой в бильярд в отдельном помещении. Два стола для игры, и ваш вечер пройдет незаметно и весело. Также в вашем распоряжении спортивный инвентарь, лыжи и коньки. А еще на территории существует конный дворик. Взрослые дети получают невероятное удовольствие от общения с этими удивительными животными. За время отдыха вы можете обучиться профессиональной езде. Так много всего интересного в одном месте. В загородном комплексе можно провести все январские выходные и каждый день открывать для себя что-то новое. Отдых на природе – это идеальное место для рождественских каникул вдали от города и суеты. Загородный комплекс «Циолковский», Красноярский район, поселок Светлое Поле. Телефон 34-202-33. Самые известные телевизионные шоу не остаются исключительно в рамках телевидения, а идут дальше и становятся любимыми конкурсами среди различных заведений. Итак, совсем недавно состоялся финал конкурса «Звездный образ». Давайте посмотрим, как это было. В течение 2 месяцев у нас приходили отборочные конкурсы на попадание в данный финал. Все гости, которые у нас здесь выступают, кроме того, что они приобретают долю какой-то уверенности на сцене, они пытаются себя реализовать. Ну, на самом деле, мне кажется, для них это очень классно, и нам это очень нравится. Мы всегда готовы поддерживать их и помогать им. От этого образа. И мне позвонили и сказали, друзья, то, что есть такая возможность, что можно поучаствовать, показать себя. Мне близки его песни. Я обожаю, как он работает на сцене, как он отдает всю эту энергию, его жилы, вот эти его нервы. Когда я узнал, я взял еще и подготовился, там, ну, жесты какие-то, мимику, там, движения, там, пальцы, рук, там же все, понимаете? Все эти мелочи делают большой образ великого певца. Очень сложно преподнести образ какой-то звезды, на себе его перенять, и особенно непрофессиональному артисту. В основном это получается пародии. А у многих получилось, у кого-то добрая пародия, у кого-то действительно вообще пародия и прикол. А у кого-то это нельзя было назвать пародией или приколом, это было полное перевоплощение. Душа поет, надо петь. Танцуй, танцевать, я не знаю. Круто, молодцы. Скажу так, что нам есть чем похвалиться. На самом деле, многие выходцы из наших конкурсов, победители наших конкурсов, некоторые занимаются профессиональной карьерой на сегодняшний день, артистической. И один из победителей даже является финалистом конкурса «Голос». Но, правда, не Россия. Что жюри даже встали, в том числе приятно. Но я, в принципе, не старался покорить кого-то, просто пел в силу своих возможностей и вживался в образ в том числе. Караоке-ресторан Red Hall у нас поют ежедневно с 6 часов вечера и до 5 утра. Голос ночного города – твой голос. Red Hall.
Если вы являетесь поклонником дорогой обуви и приобретаете исключительно известные бренды, сразу же стоит обратить свое внимание на то, что она нуждается в особом уходе. Это совсем не значит, что она придет в негодность достаточно быстро. Просто необходимо правильно за ней ухаживать. А различные сервисные центры нашего города вам с радостью в этом помогут. Самое первое, с чего стоит начинать, это установка профилактики. Это специальная наклейка на подошву, которая изготавливается из полиуретана, резины и каучука. Установка профилактики позволит не только защитить обувь от стаптывания и влаги, но и поможет избежать более серьезного и дорогого ремонта. Санирование и дезодорирование обуви – это одна из тех технологий, которые нужно делать абсолютно всем. Многоцелевой дезинфектор убивает микробы, бактерии и грибковые споры. Результат достигается благодаря использованию сильнейших антибактериальных агентов – серебра и озона. А самой известной проблемой для всех девушек, конечно же, являются каблуки, набойки, испорченная кожаная поверхность у любимых туфелек. Я, как и любая девушка, очень люблю обувь. Это туфли на каблуках и сапоги. Но наши климатические условия и дороги в нашем городе не позволяют моей обуви оставаться в первозданном виде. Поэтому мне приходится обращаться в сервисный центр, где за короткие сроки и умеренные деньги моей обуви продлевают жизнь. Помимо этих услуг, вам также могут предложить чистку замшевой или кожаной обуви, реставрацию, восстановление швов, ремонт сумок и чемоданов, изменение формы носика, покраску, установку внутренних заплаток, ремонт супинаторов, обтяжку каблуков, пропитку и многое-многое другое. Сервис-центр VIP-Мастер, улица Самарская, 146, телефон 242-39-15. На сегодня это все новости, о которых мы успели рассказать. А теперь самый внимательный зритель. Внимание, вопрос. Какой звездный образ стал победителем в вокальном конкурсе, о котором мы сегодня рассказывали в нашей программе? Свои ответы оставляйте на стене в нашей группе ВКонтакте «Бюро стильных идей». И случайным выбором определится победитель. Это была программа «Бюро стильных идей». Увидимся ровно через неделю на канале СКАТ ТНТ. Всем пока!